Якутская бегунья Наталья Леонтьева завоевала золотую медаль на дистанции 5 километров в зимнем чемпионате России. Она пробежала 5000 метров за 15 минут и 51 секунду. Далее Леонтьева нацелена на Олимпиаду 2020 в Токио. Сейчас спортсменка готовится к командному чемпионату России. После старта делали вывод, что мы неправильно тактически бегали, поэтому на третий день на пятерке я бежала чисто тактически, грамотно. С самого начала была готова, все хорошо на этот сезон. Хорошо готовились, на сборах были в Кисловодске. После этого здесь в «Триумфе» занимались 2 месяца. И вот хорошо, что у нас все получилось. Довольные, счастливые. Особенно вот тренер очень доволен, и я тому рада.